Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Хотелось прокомментировать для вашего канала ту информацию, которую я располагаю в части, значит, того, что Джумагильдиев Арман пропал из следственного изолятора. Значит, мои коллеги, мои друзья, значит, прибыли в изолятор, в котором он находился, и оказалось так, что его там нету. Никто не разъяснил, где он находится, никто не объяснил. Вот. Оказалось, что его перевезли в специзолятор КМБ, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан. Ну, я считаю, что этим самым, как бы, наша следственная бригада подтверждает, что придается вот такой ему статус. Не просто, значит, что у него оружие нашли, а уже дело потихоньку приобретает очертания того, что все-таки его, наверное, будут предъявлять обвинения, связанные с организацией, со всех вот этих событий, что само по себе противоречит всем тем многочисленным видео, которые мы можем посмотреть в интернете. И хотелось бы отметить такой вопрос еще, что все-таки к защите в нашей стране, к адвокатуре относятся с большим неуважением, потому что никто не посчитал нужным, возможным сотрудникам защиты, адвокатам объяснить, прокомментировать, где он находится. И мои, значит, коллеги очень долгое время находились в такой ситуации. Такая информация.